Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас Sony Xperia, Sony Ericsson, так еще называлась она раньше, Sony Ericsson Xperia ST18i, вот просит логин и пароль. В общем, телефон заблокирован, мы будем делать сейчас hard reset, получается даже не совсем hard reset, а soft reset. Здесь как бы recovery меню отсутствует, поэтому нажимаем на экстренный вызов, набираем вот такой вот код. Звездочка решетка 7378 423 решетка звезда и еще раз решетка звезда. Выходит вот такое вот меню. Здесь нажимаем на последний пункт customization setting. Боюсь неправильно прочитать, извините, если неправильно читаю. Последний пункт и reset здесь. Нажимаем еще раз. Вот здесь вот строчка вылазит. Идет предупреждение о том, что все данные удалятся. И все, нажимаем. Нажали, ждем теперь загрузки телефона. Телефон заработал, блокировки больше нет. На этом можно завершить видео. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем пока!